ISO Wendy's. Where y'all from? ISO. ISO. Wendy's. Yeah. Это экстренный. Шпильки, колеса, резина. Ничего нету. Как обычно. Зато тепленько здесь сидеть прямо вообще. А по погоде у нас вообще что-то прям. Погода прямо. Сейчас я покажу. Сегодня, короче, типа норм, 14 градусов. Но тут вот пришло такое сообщение. Вот. Ну, короче, нам всем жопа. Как мы любим ливни, вообще сели, лавины, все, что, за что мы любим СДЧ, вот будет у нас в эти три дня прекрасно. Take a walk, come with me. Let me show you what really go down. Fiends on the corner, every hood got a deli. Я не буду, блядь, продавать ваше масло. Говорят, у Стива вкладыши завернул. This is the place that where hip-hop was found. Playground parks with the trees and the cars. Brown. Нихуя себе. Походу просто шлицевить и сбривать. И она туда как бы так залезает. Ну, вот что-то с какие она залезет. Ну я понял. Тут вот, блядь. Маршал Северный, блядь, 91-го секции. Здесь вот, блядь, в Питере, блядь. Вот шпильки продал, 10 штук разные, все пиздец. Ничего не подходит. Споттер у нас. Да что-то с перелетом, блядь, пиздец. Не люблю я приземляться. Взлетать проще. Но все, что взлетает, прибаун должно сесть. Нет. Мы не садимся. Мы стоя ходим. Коммерческие тренировки пройдут послезавтра, в пятницу. На все тренировки и коммерческие в рамках Мацури вы начинаете оформление с обязательного медосмотра. Медцентр на территории автодрома. Не забудьте. Лицензия есть. После медосмотра проходите на административке 14 ТИН с оригиналом водительского удостоверения. На месте заполняйте документы, оплачивайте тренировку и по времени выезжаете. Короче, Мацури. Воодушевляющее что-нибудь? Да. Так, ну чё, как это вставляется? Супер агентский этот аксессуар. Ни разу не ходил с таким. О! Короче, первый раз я еду так по-серьезному, с наушником в ухе. Сейчас мне будет кто-нибудь сюда что-нибудь вещать, мистер Споттер. Вот. Я прошел вроде все осмотры, медконтроли, проверки. Короче, первый день трения, 18 ноября. Сыро, дождь, скользко, короче, ну, в общем, ничего нового, поэтому мы все знаем. Сейчас поедем тестить тачку. Попробую, чтобы меня не развернуло сразу же в первом повороте. Thank you.
ок. Там непонятно, там ты залетаешь. Мокро. Наоборот, залетаешь сухого. Ставишься и поехал туда к стене. А в затыке, в затупе, там лужа. Ты туда вылетаешь, и как бы, ну, ебано, нет разгона из нее. То есть ты на третий в нее залетел, погас, и как бы, ну, ты газ сбросил, чтобы тебя не вертануло. Как бы залетел в нее, там остыл, блядь, и на третий не выскочить нормально, чтобы, ну. А когда на трассу возвращаешься, там сухо. Там надо уже быть прямо на, ну, на фулл бусте, блядь. Короче, подсохнет, будет хорошо. Кажется, это первый раз вообще, когда я еду в машине, в которой, в принципе, все работает как мне надо. Я сижу как мне надо, у меня руль крутится как мне надо. Машина едет туда, куда мне надо, за исключением там подкусывания руля и немножко пивого стоящего сидения. Но в целом, ну, по-моему, это вообще лучшая тачка, что у нас была, и что мы собирали, и что мы настраивали. Я вообще прям, меня отвисок всего аж от кайфа. Так, у нас получается основной день, получается первый основной день соревнований, и то это не соревнования, а мацури, так назовем. Машина, в принципе, все готово, переобули резину, заправили бензин, сейчас запустим, прогреем и, в принципе, будем выезжать на тренировки, как только они начнутся. Александр, да, уселся у нас не особо удобно, ну как бы нет, уселся удобно, но этот каркас близко к ковшу, и он бьется, ну, шлемом, бьется об каркас, и ручник натирает ему ножку. Не успели вчера заехать за, как он, как это называется, полипропилена тут, на трубы одеть, чтобы, поэтому сегодня поедет в дискомфорте тоже. Пока такие новости. Либо полностью сырой хуйни, либо полностью сухой. Потому что сейчас там только разъебать машину, блядь. Я смотрю, вон все приезжают, блядь, без жоп, без ебал, блядь, без крыльев, без, блядь, фонарей, нахуй. Ну, типа, без, оно бессмысленное. То есть, ну, от раза к разу, от проезда к проезду ничего, ну, но новостей не появляется о дороге. То есть каждый раз он как первый. И, типа, блядь, можно проехать 20 кругов, а 21-й будет, сука, все равно другой. Ты все равно поедешь по нему как первый раз, потому что тут подсушили, тут намокло, тут, блядь, скользко, там краска. Там видел, где уже когда на финальную дугу уходишь к бетону, там как тачку переставляют. Там просто она нахуй вот так съезжает, там, на 3 метра в сторону, блядь. То есть
я к стенке там могу подъехать, задать, грубо говоря, дальше дугу. А когда выезжаю на трассу, там вот эта перемычка скользкая, там машину нахуй просто сдвигает, блядь. Как бы, ну, и сдвигает ее не в сторону. Она начинает вот так вот. Да, она вот так как едет, она не вот так едет, а она просто вот, вот так нахуй срывает ее в сторону, и все. И если, ну, будешь близко слишком, как бы ее просто в бетон поставят, и все, и ты не, просто, ну, просто ничего не сделаешь. Поплавило, но. Да, да. Там поплавилось, там видно, на машине фишка тоже поплавлена. Там новый насос. Ему пробег 3 дня. Пока непонятно, получится ли. Говорят, если хотите, сразу трените втроем. Нет проблем. Да нет проблем, просто чуть-чуть руль почему-то, Саня говорит, что стал в одну из сторон повернут. После того, как он перескочил вчера через... Может быть, ну, блядь, что-то может быть с кастом случилось, может, чуть-чуть сюда съехал. Ну, развал посмотрим потом. Это что он обязательно включает?
было там. Я через бортик прыгнул. Меня немножко съебали углы. Ездить можно. То есть я супер энтри челлендж уже делал на кривых колесах. И почувствовал, что вот, ну, когда я закидываюсь, у меня вот колеса так туда кусает, и тачка прямо вот, ну, стремится мордой зацепиться и кинуть ее я вот так бы, за борт. Ну, что-то вроде похоже очень. Вот, оно. Я это понял вчера. Сегодня весь день ездил, этого ждал. Вот оно, блядь, сработало. То есть я просто понимал, что я к этому готов, как бы сразу я зафиксился. Я лечу просто смотрю. Бля, ты ну бог. Очень небольших не было, и почти никто не сломался, за исключением некоторых автомобилей в стиле. Вот, с чем я вас и поздравляю.